И у других началось все с быстрого мяча, который забил Локомотив. Тоже, кстати, атака очень красивая, размашистая, с переводов с фланга в центр, где Роман Павличенко шипами буц дает голевую передачу на Алексея Миранчука. И тот свою команду выводит вперед. Минут 15-20, наверное, потребовалось Краснодару для того, чтобы прийти в себя и начать создавать моменты. И эти моменты были очень и очень серьезными. Удары с дальних дистанций Вандерсона, Жуазиньо, когда и вратарь вступал в игру, и совсем рядом со створом мяч проходил. И Газинского момент мы прекрасно помним, когда просто совершенно невообразимым образом мяч в ворота не попал. Ну что ж, мне остается только поблагодарить коллег за работу. Это был очень горячий матч в довольно прохладном сегодня Краснодаре. Михаил Поленов вместе с вами его смотрел. Спасибо за внимание. Болейте, болейте за своих.